Центр на особом контроле. Площадку в 19-м комплексе Нового города, где работает турецкий застройщик, сегодня вновь посетила рабочая группа представителей городской власти. Через полтора года здесь по плану начнется заселение. Но не только этим интересен объект. Сам процесс возведения проходит в несколько иной обстановке, чем обычно. Так что местным строителям есть что подсмотреть у иностранцев и взять себе на вооружение. На этом объекте на данный момент трудится 310 человек. Две команды одновременно возводят два блока. Вот этот блок первой очереди. Строители с каждым днем работают все выше и выше над землей, а к концу года должны подняться на последний, 24-й этаж. Сроки и темп строительства проверяющих пока устраивают. Есть даже опережение графика. Но серьезное внимание со стороны власти вызвано и тем, что турецкая компания может быть полезна их челнинским коллегам. Дело тут в культуре труда, отметили наблюдатели. Удобные подъездные пути, которые постоянно очищаются от грязи, строительные леса опираются на бетонные плиты, техника безопасности и эстетика на должном уровне. Мы готовы поделиться нашим опытом с местными строительными компаниями. Если это интересно городу и есть возможность помочь, то мы будем рады это сделать. Речь идет о своего рода бесплатных мастер-классах. В набережных Челнах местные застройщики тоже возводят многоэтажные монолитные дома. Кто быстрее и надежнее строит, россияне или иностранцы, покажет время. Но мэр на всякий случай все же поручил сравнить наши технологии с турецкими. Егор Орлов, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.